10 звездных красоток, которые отказались от длинных волос в пользу короткой стрижки. Автор 17.03. 2019. Длинные волосы всегда в моде, но не всегда они являются гарантией идеального образа. В поисках своего стиля звездные красотки часто решаются на кардинальные перемены и делают выбор в пользу коротких стрижек. Давайте же посмотрим, кто из знаменитостей решился на самую дерзкую стрижку и оправдана ли такая жертва. Анна Чиповская, милая и скромная девушка, в один момент превратилась в дерзкую штучку. А все потому, что она давно переросла свои роли. По словам актрисы, ей просто надоело играть наивных милашек. Как ни странно, но новая прическа сделала свое дело. И Чиповская получила роль взбалмошной модели с крутым характером в новом сериале «Пекарь и красавица». Настасья Самбурская. А вот Настасья давно задумывалась о новой стрижке, но по условиям контракта должна была оставаться длинноволосой. Когда же съемки «Универа» закончились, Самбурская опустилась во все тяжкие и запустила череду экспериментов с длиной и цветом волос. Причем этот образ оказался не хуже предыдущего. Паулина Андреева. Красотка Паулина отказалась от своей шикарной шевелюры ради театральной роли. Девушке пришлось не просто избавиться от длинных локонов, но и состричь их практически под ноль. Но это не испортило внешность актрисы, и теперь она с гордостью носит короткую стильную стрижку. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Кристен Стюарт. Актрисе настолько приелся образ романтичной и милой девушки, что она решилась на ряд экспериментов. После завершения съемок саги «Сумерки» Кристен пересмотрела свои жизненные приоритеты. Она сделала короткую стрижку и влюбилась в девушку. Ирина Шейка. От длинноволосой модели никто не ожидал таких перемен. Но на церемонии вручения премии «Оскар» Ирина решила удивлять не только нарядом, но и прической. Трендовый боб действительно очень преобразил девушку и придал пикантности ее образу. Шарлиз Терон. Карьера этой знаменитой блондинки, а ныне брюнетки, также зависела от стрижки. Имея длинные локоны, звезда обычно играла романтических героинь. Но отрезав волосы, она стала получать более интересные роли. Скарлетт Йоханссон. Как нескольким предыдущим красавицам, Скарлетт надоели ванильные роли глупеньких девушек. Поэтому она сделала короткую стрижку и стала соглашаться на нестандартные предложения в кино. Холли Берри. Сложно поверить, но Холли Берри уже 52 года. Хотя она и с длинными волосами выглядит значительно моложе, но короткая стрижка придает ей еще больше свежести. А дерзкие укладки очень ловко стирают возраст. Майли Сайрус. После решительного шага в виде короткой стрижки певица поддалась жесткой критике со стороны фанатов. Хотя сама звезда призналась, что ее шикарная шевелюра была лишь видимостью. От природы у Майли были очень редкие волосы, поэтому ей приходилось носить более 300 наращенных прядей. Анна Чиповская, милая и скромная девушка, в один момент превратилась в дерзкую штучку. А все потому, что она давно переросла свои роли. По словам актрисы, ей просто надоело играть наивных милашек. Как ни странно, но новая прическа сделала свое дело. И Чиповская получила роль взбалмошной модели с крутым характером в новом сериале «Пекарь и красавица». Настасья Самбурская. А вот Настасья давно задумывалась о новой стрижке, но по условиям контракта должна была оставаться длинноволосой. Когда же съемки «Универа» закончились, Самбурская опустилась во все тяжкие и запустила череду экспериментов с длиной и цветом волос. Причем этот образ оказался не хуже предыдущего. Паулина Андреева. Красотка Паулина отказалась от своей шикарной шевелюры ради театральной роли. Девушке пришлось не просто избавиться от длинных локонов, но и состричь их практически под ноль. Но это не испортило внешность актрисы, и теперь она с гордостью носит короткую стильную стрижку. Кристен Стюарт. Актрисе настолько приелся образ романтичной и милой девушки, что она решилась на ряд экспериментов. После завершения съемок саги «Сумерки» Кристен пересмотрела свои жизненные приоритеты. Она сделала короткую стрижку и влюбилась в девушку. Ирина Шейко. Длинноволосой модели никто не ожидал таких перемен. Но на церемонии вручения премии «Оскар» Ирина решила удивлять не только нарядом, но и прической. Трендовый боб действительно очень преобразил девушку и придал пикантности ее образу. Шарлиз Терон. Карьера этой знаменитой блондинки, а ныне брюнетки, также зависела от стрижки. Имея длинные локоны, звезда обычно играла романтических героинь. Но отрезав волосы, она стала получать более интересные роли.
Скарлетт Йоханссон, как нескольким предыдущим красавицам, Скарлетт надоели ванильные роли глупеньких девушек. Поэтому она сделала короткую стрижку и стала соглашаться на нестандартные предложения в кино. Холли Берри сложно поверить, но Холли Берри уже 52 года. Хотя она и с длинными волосами выглядит значительно моложе, но короткая стрижка придает ей еще больше свежести. А дерзкие укладки очень ловко стирают возраст. Майли Сайрус после решительного шага в виде короткой стрижки певица поддалась жесткой критике со стороны фанатов. Хотя сама звезда призналась, что ее шикарная шевелюра была лишь видимостью. От природы у Майли были очень редкие волосы, поэтому ей приходилось носить более 300 наращенных прядей. Кэти Перри среди множества бьюти-экспериментов звезда остановилась именно на таком варианте. Возможно, она наконец-то нашла свой идеальный образ. Хотя не исключено, что волосы Кэти просто не выдержали такого количества превращений.